мысленно о сексе от продажах. Пусть даже вы женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мамаша. Ведь всякого злодея мудака, идущего в припрыжку сеновала, старушка мать носила в руках и в розовую жопку слала. И говорила: деточка, ты знай, все женщины хитрые и меркантильны. Они колдуют, чтоб пришла весна, и заставляют, чтоб за них платили. Тебе и настирают труселей, борща насыплю в банку от горошка. Ты самый лучший мальчик на земле. Твой папочка гондола. Вот хороший. И деточка, впитавшись молоком концепцию обиженной мамаши, растет самовлюбленным мудаком, зацикленным на сексе и продажах.